Здравствуйте, меня зовут Ирина Мокрецова, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В пятницу школьники и их родители будут отмечать День знаний. В честь праздника Приморская картинная галерея приглашает всех ребят сыграть в интеллектуальные квесты. Организаторы обещают, что время пройдет не только весело, но и познавательно. Дети в игровой форме познакомятся с искусством разных стран и времен. Также в Приморской картинной галерее, но уже на Партизанском проспекте, в 17 часов пройдет открытие очередной выставки под названием «Гуашь 2О». Зрителям представят работы современных художников из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Вход на открытие свободный. Выставка продлится до 29 сентября. Приморская сцена Мариинского театра ждет зрителей на оперу «Травиата». В переводе с итальянского название означает «падшая женщина». В основе сюжета оперы – роман младшего Александра Дюма «Дама с камелиями». Трогательная история любви парижской куртизанки, рассказанная музыкой Верди, уже 160 лет не сходит со сцен. В субботу все, кто соскучился по йоге у моря или никогда не практиковал такой вид спорта, может прийти на набережную Цесаревича. Йога-утро начнут в 8:30. С собой просят взять коврик, удобную одежду и обувь. Занятия бесплатные. Всех любителей гонок ожидает самое громкое спортивное событие осени. На Приморском кольце состоится суперфинал дрифт-битвы РДС «Восток». Соревнования продлятся 2 дня. Зрители ожидают одиночные и парные заезды гонщиков из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского. По результатам 2 дней суперфинала станет известно имя чемпиона 2017 года. А тех, кто отдает предпочтение двухколесному транспорту, приглашают на велопрогулку. Маршрут по Русскому острову до мыса Табизина. В программе купание, загорание, интересная история от велогида, участие бесплатное, старт в 12 часов. Вечер можно провести культурно и посмотреть шедевры из песка, а также самому научиться их создавать. Антикафе «Третье место» приглашает на первую международную выставку песочного искусства. В день открытия гостей ждут выступления художников, мастер-классы по песочной анимации, живая музыка и многое другое. Вход свободный, выставка продлится до 9 сентября. В воскресенье во Владивостоке отпразднуют День садовода и огородника. В Краевом доме молодежи дачники представят выращенные на своих участках цветы, овощи и фрукты. А также в этот день будут названы победители и призеры городского конкурса названия лучшего цветовода, овощевода, садового некоммерческого товарищества и садового или дачного участка. Гостей ждет выставка и дегустация продукции, а также праздничный концерт. Выходной 3 сентября – отличный день для тех, кто давно хотел научиться парным танцам. На набережной Цесаревича проведут открытый урок. Можно приходить с партнером и без, но обязательно в удобной одежде и обуви без каблуков. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на 8-м.